Вот сейчас я вам дам книжки. Вот. И вот возьмите каждый. Вот. И это, дайте мне золото, что вы будете каждый день читать, и то, что вы будете это совершать намаз. Даем слово. Все. Сцена вторая. Разговор отец с сыном. Иди сюда. Тихо, даже не слышно их! Салам алейкум, отец! Сегодня меня два мальчика навели на ислам. С сегодняшнего дня я буду исповедовать ислам. Сынок, кто тебя привел? Меня привели два мальчика. Они сказали, что нужно совершать намаз. Я дал ему слово, что буду изучать религию и буду совершать намаз. Сынок, я так давно хотел, чтобы ты изучал эту религию, но ты меня не слушал. Сцена четвертая. Сцена третья. Мальчики идут в муфти, в мечеть. Подождите, идите сюда. А мы же опоздали, давай поспешим. Да, помолитесь. Смысл нашей сценки в том, то, что вы должны совершать намаз и изучать свою религию и должны не совершать плохие деяния. Как сценка нам помогает?